Добрый день, уважаемые мои подписчики, уважаемые зрители, все, кто меня смотрит. Сегодня 23 апреля, суббота. Сегодня я вновь выехал на коп. Ну, хочу покопать, значит, вот здесь, вот на этом поле. Сейчас я вам вот это покажу поле. Вот, хочу показать на этом поле, покопать, вернее, на этом поле. Ну, здесь я ни разу не копал, копал я. Значит, на той стороне дороги, вот на этом поле, осенью находил монеты. В прошлый раз я нашел просто крестик. Вот. Но больше ничего не было. Ну, посмотрим, может, что-то здесь будет. Посмотрим. Ну что, встретимся на поле во время копа. Давайте начнем копать. Так, уважаемые зрители, вот нашел первую находочку. Ой, к сожалению, думал, что монета и серебро, но, увы, это такая у меня пуговица. Ну, посмотрим, что за пуговица. Без очков я не могу разглядеть. Вот такая. Ну, звучало интересно. 42-38, где-то вот так вот. Вот. Так что, вот, первая находочка у нас пуговица. Ну, спасибо деду Хавару, что оставляет надежды на поиск. Так что будем надеяться, что что-то найдем. Пока, до свидания. Пока будем дальше искать. Монету! Не советы ранее. Сейчас. Ну что, у нас вторая находочка, слава богу. Сейчас монетная находочка. Сейчас мы посмотрим. Значит, ага, это монета у нас. Отлично, слава богу, дед Хабар нам дал монеточку. Значит, 2 копейки. Сейчас посмотрим, какого года. 50-го, по-моему, не вижу. Да, вот. Ну, прекрасная находочка. Вот. Вот это, кстати, мы уже, значит, на третьем месте. Я не стал снимать. Это прошло, наверное, часа полтора-два. Нигде ничего не было, кроме пуговицы. Вот у нас вторая находочка. И это монета, 51-й, по-моему, год. Вот. Очень отлично. Вот, теперь есть хоть одна монетка с началом нового сезона. Вот, сам себя поздравляю. Ну что, давайте продолжим. Еще покопаем. Так, это у нас пуговица. Я потом и покажу. Это что-то железячка. Ну вот, слава богу, у нас монетка есть. Так. Опа! Не зря приехали. О, а тут что такое? Сигнальчик 28. Даже интересный, верховой. Ну, это, наверное, пробочка. Сейчас посмотрим. Так, куда сигнал наш делся? Непонятно. Странно. А что я? Не понял. Странно. А.
Наверное, эта лопата звенела. Да, нет. Ничего нету, кстати. Странно. А с этой стороны был. Да, наверное. Давайте проверю я еще. Так. Что-то есть. И где? Не понял. Что-то ведь было. Странно. Ничего. Что-то непонятно. Ну что, уважаемые мои подписчики, коп на сегодня я закончил. Копали мы в трех местах, правда, не стал снимать, как переезжали. В одном месте вообще практически ничего не было, а пуговка в другом месте, ездили туда вот подальше. Вот, ну, лесок такой рядом, деревня. Ну, копать тяжело, одно железо. Ну, железо, бетон, что-то там непонятно. Ну, я думал, что может быть что-то будет, значит. Но ничего не было. Буквально вернулся на это же место. Немножко только проехал вдоль поля. Но я в прошлом году здесь копал. Находил монетки, да. Ну, сейчас мы, значит, я вам покажу, что я нашел. Правда, у меня сегодня одна монета есть. Но остальное так. Пуговка какая-то советских времен. Вот. Значит, вот что я сегодня нашел. Ну, долго не буду, значит, разбирать, что там. Просто покажу это, значит, 2 копейки 50-го года. Вот, ну, более-менее такая находочка. Потом пуговка, вот. Ну и остальное так, шмулячок. Укопал примерно 3 часа. Вот. Ну, на этом я... свой коп заканчивайте, ставьте лайки под моим видео, подписывайтесь на мои каналы на YouTube, это Монетный Искатель, на Яндекс.Дзене и на Рутубе, это с Хобби по жизни. Пока!